Внешний торговый оборот Дагестана за 11 месяцев прошлого года составил более 228 миллионов долларов, в том числе экспорт 43 миллиона, а импорт 185. Об этом говорили на заседании Минпромторга Республики. Министр ведомства Юсуп Умавов отметил, что руководством страны большое внимание уделяется развитию несырьевого экспорта. Меры поддержки экспортеров сегодня действуют как на региональном, так и на федеральном уровне. Так, в прошлом году республика вела внешнеэкономическую деятельность с 68 зарубежными странами. В основном Дагестан экспортировал рыбу, молочные продукты, овощи, пшеницу, мучные изделия, посуду, стекло и другое.